Предстоящий съезд лидеров мировых и традиционных религий, который начнет работу в Астане уже завтра, привлекает внимание людей со всего мира. Культурное и религиозное многообразие Казахстана является особенностью нашей страны и вызывает приятное удивление у всех гостей. Французский режиссер-документалист, режисс Гизельбаш, который несколько лет назад снял фильм о главе нашего государства, говорит, что был поражен миром и согласием в многонациональном Казахстане. Это то, чему другим странам необходимо учиться, отмечает он. Когда я начал ездить по Казахстану, я обнаружил, что он очень большой, и люди не так сконцентрированы, как во многих других странах, а города значительно удалены друг от друга. Есть много очень разных культур, этнических типов и религий. Совершенно справедливо, что именно Казахстан проводит такое мероприятие, как съезд лидеров мировых и традиционных религий. Именно эта особенность привлекает меня в Казахстане, то, как вы можете быть вместе.